В этом ролике мы подробно рассмотрим конструкцию металлоискателя. Разъем для подключения наушников. Выключатель питания. LCD-дисплей с доступом к меню настроек. На нем отображается вся информация, необходимая во время поиска. Кнопки открытия меню и настроек. Вы можете выбрать нужный пункт меню, нажимая кнопку вниз или вверх. Значения параметров меняются кнопкой «минус» и «плюс». Выключатель режима отслеживания грунта. При включении этой функции металлоискатель мониторит все изменения в структуре грунта и автоматически выполняет балансировку. Разъем для подключения поисковой катушки. Разъем для подключения рукоятки. Кнопка включения ручной и автоматической балансировки по грунту. Цифровой дисплей. На цифровом дисплее отображаются текущие значения баланса грунта при балансировке, а также ID цели при поиске. А в режиме Pinpoint на него выводится расчетная глубина залегания цели. Светодиодный фонарь. Используется для освещения в ночное время или в темных местах. Кнопка включения фонаря. Кнопка включения режима Pinpoint. Режим Pinpoint используется для определения точного местоположения цели.